Всем привет, меня зовут Анастасия Нифонтова, и сегодня мы поговорим немножко об экипировке для дорожных мотоциклов Alpine Stars. Она бывает разная: кожаная, комбинированная кожа с текстилем, просто текстиль. Причем текстиль тоже бывает разный: для холодной погоды, для жары, с продувкой, с сетками, для девочек, для мальчиков. Но самая, на мой взгляд, технологичная экипировка из этой серии – это туринг. Про него мы поговорим подробнее. Различается в основном тем, что одна серия, она пошита на основе ткани Gore-Tex мембраны, а вторая серия пошита на основе мембранной ткани DryStar. Это эксклюзивная разработка компании Alpine Stars. Собственно, понятно, что куртки, основанные на технологии Gore-Tex, они чуть более выносливые к дождю, они выдерживают гораздо больший объем воды, поэтому единственная разница принципиальная между этими двумя вариантами, то, что куртка, основанная на системе DryStar, она, может быть, чуть раньше начнет пропускать влагу. Но, опять же, это, оговорюсь, при условии, что вы едете много-много-много часов под проливным дождем непрекращающимся. Все эти куртки обладают специальными лямочками, которые помогают подогнать куртку по вашему размеру, соответственно, чтобы куртка не болталась. На рукавах две таких лямки, на поясе очень много карманов, они также все проклеены, не промокают. Есть также специальные отверстия для вентиляции, если в какой-то момент вышло солнце, стало жарко, вы можете их открыть, чтобы все продувалось, чтобы было не так жарко. Большой плюс то, что все куртки и штаны, они между собой соединяются на молнии. И если вы хотите, чтобы у вас был целиковый комбинезон, чтобы под куртку ничего не поддувало, не подтекало, соответственно, вы присоединяете куртку к штанам, и вам очень комфортно, тепло, нигде не дует. Штаны все тоже на лямках, специально это сделано, лямки также регулируются. И еще один большой плюс экипировки Touring, то, что есть модель, к которой можно присоединить жилет Tech Air. Это жилет, так называемый airbag, да, когда вы его присоединяете к этой куртке, там встроены специальные датчики, которые чувствуют положение тела, и когда происходит авария, датчики эти срабатывают, надувается подушка безопасности и, соответственно, предотвращает от серьезных травм гонщика. Так что вы видите, что в серии Touring есть разные комплекты на любой размер кошелька, на любой вкус и цвет, так что выбирайте, что вам больше всего подходит, и вы всегда будете чувствовать себя комфортно и безопасно в дальних поездках.